Ударными Сергей увлекся еще в раннем детстве. Вот только вместо барабана была подушка, а палочки заменяли мамины спицы. Время шло, и желание играть на ударных становилось только сильнее. Музыкальную карьеру он начал в клубе «Прогресс». Играл в ансамбле, а позже поступил в училище. Так простая детская забава превратилась в увлечение всей жизни. Барабанщик – это обычный аккомпанемент. Вот, поэтому, то есть, как бы, игра в коллективе, она подразумевает аккомпанирующую роль. Ударной установки, в частности. Вот. И поэтому все зависит от конкретного произведения, от конкретной композиции, медленное, быстрое. В соответствии с этим определенные ритмы используются. С 99 года Сергей обучает игре юных саровчан. Многие ученики не забывают своего педагога и после выпуска приходят в гости, рассказывают о своих достижениях. О таких моментах барабанщик вспоминает с улыбкой. Сейчас у него 10 воспитанников. Си, 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 соль, си, соль, си, до. Степа Чуйков занимается ударными только первый год. Урок его начинается с разогрева. Кисти хорошо разминает прием одиночные ударчики. После этого переходит к ритмическим упражнениям. Потом мы переходим к пьесам. У нас есть пьесы для малого барабана. То есть, в частности, мы сейчас пока занимаемся вот с детьми, с маленькими по такой программе, по 8-летней, мы занимаемся непосредственно только лишь малым барабаном. Вот. Проходим эти пьески, то есть изучаем мы их, повторяем. Потом мы переходим к вибрафону. Нагрузку своим воспитанникам педагог распределяет дозированно. Одним важно делать небольшие перерывы, другие, наоборот, очень любят выпускать пар от всей души, побарабанив. Анна Перепец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.